Приветствую, смертные! На ваших экранах вновь компания Гаритаса, 7 глава, топор Кинариуса, да. Как я и сказал в прошлой серии, здесь обрезали интерлюди. Здесь должно было быть интерлюди. И вот на этой главе я и застрял, потому что уже просто невозможно было играть из-за багов. Просто то ужас. Ну как невозможно? Просто уже дальше понятно все, что там, чем дальше, тем хуже тупо. Ну что ж, ладно. Глава 7. Топор Кинариуса. На следующий день в лагере Гаритаса. Нас атакуют! Войска противника приближаются. Их слишком много! Нам не справиться! Ух, как их много. Нужно отступать. О, их вправду многовато так-то. Что вы делаете? Держать позиции! Это приказ! Гаритаса уши на шлеме отросли. Гаритас, мы окружены. Ты должен трубить отступление. Нам не уничтожить их всех. Я проделал этот путь не для того, чтобы уйти с пустыми руками. Мы не уйдем, пока работа не будет сделана. Ты совсем лишился рассудка. Мы все погибнем тут из-за тебя. Я предупреждал тебя, что это плохая идея, и было безрассудно нападать на ночных эльфов, но ты не слушал. Теперь смотри, что произошло. Заткни варежку! Похоже, автор объединил интерлюдию и главу в одно. Ночные эльфы куда хитрее, чем я думал. Проклятье! Возможно, я смогу помочь. Что за черт? Очередной натрезим. Да сколько же вас осталось? Успокойся, человек. Меня зовут Мефистарот. Я последний повелитель ужаса, но я не враг тебе. Напротив, я пришел помочь тебе. Почему я должен тебе верить? Ты такой же, как и все остальные демоны, уж я-то знаю. Если думаешь, что можешь манипулировать мной, как твои дружки, то ты горько ошибаешься. Походу, я не смотрел, как тут поменялись интерлюди или нет, я их просто скипал. Какая-то из ранних интерлюдий поменялась, и там не было Мефистарота. Потому что он сейчас представился, мол, я последний из дредлордов. По факту он раньше нам появлялся, как бы, перед нами. Автор, ну зачем сюжет было-то трогать, а? Ах, ваги бы просто пофиксил! Я не похож на них и не заинтересован в манипуляциях. Все, что мне нужно, помочь тебе победить ночных эльфов. Как? Неподалеку есть могущественное оружие. Если сможешь его заполучить, ночные эльфы не устоят перед его мощью. Я помогу тебе отыскать его. Ну хорошо. Но если попытаешься меня надуть, я прикончу тебя. Ты понял? Справедливо. Выдвигаемся. Ой, господи, когда была тогда первая встреча, Гаритас буквально послал его на три буквы. И когда они вновь встретились при той же ситуации, он ему не доверял капитально и с трудом согласился. Здесь он просто, да, окей, хорошо, но если ты меня обманешь, тебе жопа. А здесь выходит... То есть вот так вот просто, да? Так просто вот он согласился. До этого вот умный был дофига, сейчас нет. Ну, с чем? Погоди, мне нужно кое-что тебе сказать. Я не могу в таком виде показаться перед твоими людьми. Я могу вселиться в одного из твоих, но мне нужен тот, кто достаточно силен, чтобы я мог на полную использовать свои способности. Вселись в Верховного Мага. Как пожелаешь. Оптимизация сюжета, блин. Гаритас,
Ты должен хорошенько все обдумать. Нам нужно выбираться отсюда пока. Что происходит? Ах, готов служить. Вот так просто взял, вселился. Положись на меня. Что ж, ну вы понимаете, какой главе это отсылка, 9 глава. Чем могу помочь? Альянса в Роке. Не бой, слушаю. Ну же, приказ. Будет больно. Теперь у нас вот такой вот орандел. Другие способности, двигаться и действовать надо быстро. Посмотрим, может автор вернул все-таки ту крутую фичу, которая была раньше. И она не занерфлена. Ненавижу глупцов. К сожалению, у нас теперь нет ауры чародейской. А значит, и регенчика теперь нет. Ну, что-то как-то модель Гарритаса резко поменялась. Рано, по-моему. Можно было хотя бы после того, как мы взяли бы топорик Кинария. На нас напали. Человечество в опасности. Да будет, да. 150 за 100 урона. Согласен. Да, аналогично наносится за 75 урона. Согласен. Еще и со станом, к тому же. Надо включать юзануть, что у нас лишнее нет бегал. Здесь, к сожалению, не на ком. Да. Будет ненавижу глупцов. То, что нужно. Да-да, я займусь этим. Нужна моя помощь? Нам нужно торопиться. Человечество в опасности. Я здесь. Нам нужно торопиться. Превосходно. Будет исполнено. Имфлорис Седар. Доверять можно только людям. Пожалуй, пора. Бей нелюдей. Исследование завершено. Так. Ребята, в лес. Быстро. Человечество в опасности. Вообще не стоило, наверное, улучшение тратиться. Надо было башни построить. Пожалуй, пора. На нас напали. Бей, чтобы эльфам противостоять. Да-да. Ну же, приказы. Так, о, хорошая жертва. Доверять можно только людям. Да, блин, а не бесит это неработающая F6. Нам нужно торопиться. Ненавижу глупцов. Гарритас, да-да, точно. Чего? Да. Хорошо. Угу. Хорошо. Я готов. Хорошо. Хорошо. Ну, я пошел. Чего? Нам нужно торопиться. Некуда. Пожалуй, пора. Сдохни. Бей нелюдей. Сдохни. Я готов. Бей нелюдей! Что вам угодно? Доверять можно только людям. Как? Прекрасно. Ненавижу глупцов. Так, так, так. Пожалуй, пора. Человечество. Да, здесь миссию мы не в этом месте завершаем, если что. То, что нужно. Согласен. Доверять можно. Ой, только людям. Профукал арбалетчика. Прекрасно. Исследование завершено. Ну что, да мы почти так. Дошли. Вот он топорик. Будет вот они сатиры. Ненавижу глупцов. То, что нужно. Выманить бы их. Пожалуй, пора. Да-да, я займусь этим. Ну иди сюда. Давай, 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 давай. Имфлорис Седар! Во имя магии! Имфлорис Седар! Сначала нам нужно избавиться от этих стражей. Что нужно? Постройка завершена. Согласен. Прекрасно. Да, наконец-то.
Так, ну чё, со стражами мы расправились, в принципе. Я готов. Человечество в опасности. Нужна моя помощь? Доверяю вот это порик. Завершена. Что вам угодно? Ну что ж, удивите меня. Вот он, топор Кинариуса. Это могущественное оружие было создано архидруидом свирепым и полубогом Кинариусом во времена войны древних в качестве подарка орку Броксигару. Легенда гласит, что этим топором ранили самого Саргероса. Вперед, возьми его! Чего же ты ждешь? Да! Я чувствую силу! Вперед, покажем этим проклятым эльфам, с кем они связались. Ненавижу глупцов. Ура! Спасибо! Автор все-таки оставил эту фичу, хоть и частично она немного урезанная, но тем не менее. Короче, раньше статы, кажется, поднимались у Гаритаса, но теперь каждый убитый враг поднимает атаку Гаритаса на единицу. Круто, круто! Нам нужно торопиться. И герой остался. А изначально, кажется, он сливался. Вот так вот. Ненавижу глупцов. Да прибудет сверять можно только людям. Как скажете, человечество в опасности. Да, сэр. Ваша честь. Пожалуй, пора. Так, отряд самых элитных воинов к бою готов. Опять работа? Да. Так, короче, нам надо две базы уничтожить. Ну, нам нужно торопиться. Ну что ж, займемся этим. Что вам угодно. Ненавижу глупцов. Надо побольше, то, что нужно. Чтобы Гаритас поубивал юнитов вражеских. Человечество. Нам нужно торопиться. Сдохни. Нужна моя помощь? Ненавижу глупцов. Да. Человечество в опасности. Ну же, приказывай. Будет. Ненавижу глупцов. Да. Упс. Согласен. Сорян, не то. Да будет так. Доверять можно только людям. Найс, атака растет. Так, а уничтоженное здание считается за... Не считается, но тут ладно. Вопросов нет. Доверять можно только людям. Нужна моя помощь? Человечество в опасности. Да-да, я займусь этим. Прекрасно. Так. Ну же, приказывай. Круто, круто, здорово. Да будет так. Нам нужно торопиться. Что вам угодно. Человечество в опасности. Ща накачаем нашего Гаритаса. Ненавижу глупцов. Да. Во имя человечества. Так как здания не считаются, то ладно, хрен с ними. Человечество в опасности. Да-да, я займусь этим. Так, важно, чтобы в Соло могли побольше вражины слить. Так что пойдем терроризировать базу сине-зеленых. Да будет так. На нас напали. Ненавижу глупцов. Опа. На моя помощь. Во имя магии. Человечество в опасности. Завершено. Ненавижу глупцов. Прекрасно. Громовой алмаз. Нам нужно торопиться. Доверять. Хорошая вещь. Только людям. Выкинуть, правда, нечего. Нужна моя помощь. Некуда. Будет класть. Исполнено. Что-то подозрительно, конечно, никто на нас не нападает. Вот это странно. Ненавижу глупцов. Превосходно. Да-да. Я займусь этим. Ну ладно. А, наконец-то. Пойдем терроризировать эльфов. А, наконец-то. Да-да. Мне казалось бы, уже хотя бы должны были напасть. Прекрасно. Хотя, зная автора, он мог чё-то поломать.
будет исполнено. Превосходно. Согласен. Будет исполнено. Согласен. Бой! Доверять можно исполнено. Завершено. Человечество исследование завершено. Да будет так. Ну же, приказывай. Превосходно. Доверять можно. Давай, мочи не людей. Сдохни. Нам нужно торопиться. Да. Да будет. Человечество в опасности. Бей не людей. Сдохни. Ненавижу глупцов. Пожалуй, пора. Кстати, еще раньше был у этого Гаритоса перерождение даже. Вместе с этим появлялась она. Нужна моя помощь. И Флорис Седар. Человечество в опасности. Сдохни. Что вам угодно. Блин, надоели, а? Спи тогда. Во имя магии. Доверять можно только людям. Исследование завершено. Да-да, я займусь этим. Ну же, приказывай. Ненавижу глупцов. Бей не людей. Приказами. Нам нужно торопиться. Нужна моя помощь. Человечество в опасности. Так, стоп, надо слить светлячка. Что вам угодно? Еще у нас есть алмаз, который я не изая, блин. Да, наконец-то. Сдохни. Ну же, приказывай. Будет исполнено. За славой! Найс. Ненавижу глупцов. Пожалуй, пора. Так, теперь сюда можете двигаться, пацаны. Бей не людей. Бей светляков. Нужна моя помощь. Да, господи. Ждем приказа. Нет, что-то реально не нападает. Они, смотрите, даже не восстанавливаются. Ничего вообще. Во имя человечества. То, что нужно. Прекрасно. У них ей выключен, блин. Хорошо. Ненавижу глупцов. Круто, здорово. Нам нужно торопиться. Ну же, приказ. Ненавижу глупцов. Так, а древ тоже ничего не идет. Жалко. Да, господи. Доверять можно только людям. Как скажете? Так точно. Есть! Будет исполнено. Ненавижу глупцов. Так, слушайте, Гаритос, я думаю, не против похилиться. Да, наконец-то. Подлечите его, плиз. Человечество в опасности. Нужна моя помощь. И Флорис, я ненавижу глупцов. Приказывай. Выполню любой приказ. Положись. Нам нужно торопиться. Человечество в опасности. Готово. Да. Нам нужно торопиться. Вот маску смерти Гаритосу, вообще это имбовая комбинация, конечно, будет. Она сделает его бессмертной при хорошей атаке. Но у него уже неплохая атака так-то. Исследование завершено. Так что... Человечество в опасности. Так, ребята, ну же, доверять можно. Возвращайтесь. Кто-нибудь ранен? Чем могу помочь? Человечество в опасности. То, что нужно. Пожалуй, пора. Не-не-не, хиляй, хиляй. Нам нужно торопиться. Прекрасно. Исследование завершено. Исследование завершено. Я готов. Доверять можно только людям. Чем могу помочь? Человечество в опасности. Так, тут у нас... Нам нужно торопиться. Лавка гоблина. Я займусь этим. Блин, карта пустоватая. Но хоть криповые понаставили. Это же потенциальные жертвы для Гаритоса. А, вот и крипы. Да, наконец-то. Да, мы идем. Нужна моя помощь. Человечество в опасности. Что вам нет. Угодно? Во имя магии. Нам нужно торопиться. Сдохни. Печалька. Ненавижу глупцов. Опять работа?
Ждем приказами. Я готов. Да, господин. Ну, я... Нам нужно торопиться. Ну же, приказ. Человечество в опасности. Во имя человечества. Бей нелюдей. Опять работать? Хорошо. Ненавижу глупцов. Пожалуй, кольцо пора. Регенерации вещь. Прекрасно. Неплохая. Превосходно. Заменить чем ее. Завершено. Точнее, не на что. Пожалуй, пора. Нечем. А, наконец-то. Да-да. Я займусь этим. Ну, вы поняли, короче. Прекрасно. Так. А, да. Осаждаю приказами. Чего? Опа. Ну, я пошел. На раз напали. Да, господи. Нам нужно торопиться. Вы тут откуда нарисовались, а? Согласен. Ненавижу глупцов. Ну же, приказ. Доверять можно только людям. Ненавижу глупцов. Сдохни. Бей не людей. Нужна моя помощь. Нам нужно торопиться. Сдохни. Ну же, приказ. Ненавижу глупцов. Во имя человечества. Будет нам нужно торопиться. Ну же, приказывай. Ненавижу глупцов. Бей не людей. Ну же, приказывай. Доверять можно только людям. Во имя человечества. Нам нужно торопиться. Доверять можно. Так, все, достаточно. Людям. Пожалуй, пора. Я ухожу. Прекрасно. Человечество в опасности. Сдохни. Да-да. Я займусь этим. Вдвоем это может быть прекрасно. Проблемно. Так сказать, да-да. Справиться с ними. Я займусь этим. Опять работать. Так, все, иди. Работай. Кто-нибудь ранен? Что вам угодно? Чем могу помочь? Да. Будет исполнено. Ну же, приказывайте. Нам нужно торопиться. Да. Выполню любой приказ. Что вам угодно? Думаешь? Ненавижу глупцов. А, наконец-то. Прекрасно. Да-да, я займусь этим. Пожалуй, пора. Прекрасно. Человечество в опасности. Так, поищем еще крипов. А, о, крипы. Доверять можно да. Только людям. Легчайшая жертва. Бей не людей. Нам нужно торопиться. Доверять можно только людям. Главное, чтобы Рон, конечно, сохранился и перенесся. Мало ли, что там автор придумал. Но даже так, это неплохая вообще особенность. За несколько минут позволит Гаритаса хорошо прокачать. А потом уже его в массовку можно пускать. Остальные будут мясом, а этот будет носить основной дэмэдж даже. Ненавижу глупцов. Так. Да будет так. Будет нам нужно торопиться. Превосходно. Да будет так. Как вы заколебали, а? Будет исполнено. Ненавижу глупцов. Что вам угодно. Человечество в опасности. А, наконец-то. Пожалуй, пора. Как тебе плюс 9? Ну же, приказывайте. Доверять. Ну, они уже есть у меня. А были бы плюс 12. Что вам угодно. Хотя... Да будет, да. Доверять можно. Можно вот так только вот сделать. Да. Больше урону. Арандиву. Точнее, Мефистороту в шкуре Арандива. Ненавижу глупцов. То, что нужно. Человечество в опасности. Прекрасно. Так, ну чё, урон уже под соточку. Нормально мы так погеноцидили крипов тут. И всю живность. Да, мой друг. Так, давай. Ну же, приказывай. Хил, еще раз хил. Доверять можно только людям. Значит, здесь у нас были что гости. Сдохни. Нужна моя помощь. Ненавижу глупцов. Ну же, приказ. Будет нам нужно торопиться. Бей не людей. Нужна моя помощь. Доверять можно только людям.
Поганые промахи, а. В опасности. Да, господин. Ненавижу вас. Ну, что вам угодно? Человечество. О! Что вам угодно? Нам нужно торопиться. О, вампирка. То, что нужно. Пожалуй, все. Нужна моя помощь. Неплохой отхил. Педаль жаль пришлось выбросить. Можно, конечно, поезд богатыря выбросить. Тоже такое себе. Прекрасно. А щит доблести выбрасывать не хочется, потому что он дает 10% к атаке, а атака у нас растет. Неплохо так. Уже сотку накопил. Ненавижу глупца. Еще придется без медальки. Доверять можно только людям. Да, сэр. Так. Нам нужно торопиться. Да, мой друг. Человечество в опасности. Так, ну чё, Гарритас целёхонький. Можем идти атаковать. Нам нужно торопиться. Нужна моя помощь? Ненавижу глупцов. Король Гарритас. Доверять можно только людям. Самопровозглашенный, да? Нам нужно торопиться. На что жалуетесь? Да будет так. Ненавижу глупцов. Сколько маны из этого колодца ты готов Ай, херандил. Да-да, я займусь этим. Ну же, приказ. Ненавижу глупцов. Все, сотка атаки, ура! Человечество. Цель выполнена. Доверять можно только людям. Сдохни. Ненавижу глупцов. Во имя человечества. Еще, кстати, эта вампирка-то действует и сквозь сферу. В общем, неплохо. Доверять можно только людям. Рассеиваем вражеские заклинания. Ненавижу и... глупцов. Хиляемся, да? Исследование завершено. Нам нужно торопиться. Доверять можно только людям. Ненавижу. Иди сюда, светляк. Легко и просто. Моя помощь будет исполнена. Бой! Нам нужно торопиться. Ненавижу глупцов, да? А имя магии. Человечество в опасности. Нам нужно торопиться. Так, здесь есть нужно. Химера. Доверять можно только людям. Ну, от химеры надо избавиться. Будет исполнено. Превосходно. Нам нужно торопиться. Нужна моя помощь? Ненавижу глупцов. Сдохни. Бей нелюдей. Что вам угодно. Будет исполнено. Превосходно. Доверять можно только людям. А, наконец-то. Нужна моя помощь? Ну, человечество. Так, ребята. Доверять можно. Давайте-ка по-хорошему сюда. Ненавижу глупцов. Сколько у тебя там светлячков этих? Во имя человечества. Да-да. Я займусь этим. Пожалуй, пора. Да, наконец-то. Бей нелюдей. Исследование завершено. Нам нужно торопиться. Кто-нибудь ранен? Прекрасно. Да, наконец-то. На нас напали. Так. Кто тут у нас еще есть? Нам нужно торопиться. Да, наконец-то. Ну, здорово, приятель. Человечество в опасности. Сдохни. Да. Да будет так. Превосходно. На нас напали. Согласен. Превосходно. Все. Всех геноциднули. Ну, тут 60 атаки я за эту голову получил.
дальше больше. Пожалуй, пора. Прекрасно. Да-да, я займусь этим. Доверять можно только людям. Нам нужно торопиться. Доверять можно только людям. Давай, давай, еще чуть-чуть. Нам нужно торопиться. Ненавижу глупцов. Нам нужно торопиться. Что вам угодно. Все. Человечество в опасности. Были эльфы, нет эльфов. Доверять можно только людям. Хотя, чё тут были-то, а? Просто атаку их по факту отбили. Урона получили, героя прокачали, вампирка у нас есть. Теперь будет приятно проходить следующие главы, очень даже. Это должно быть тот ингредиент, о котором просил посол. Доставьте его в Гилнеэс. Мои силы растут с каждым убитым врагом. Ты еще ничего не видел. Это лишь капля того, на что способен топор. Но этого недостаточно, чтобы уничтожить короля Ильича. Что ты сказал? Ты можешь усилить свое оружие. Принеси его к колодцу вечности. Окуни его в священные воды, и ты ощутишь, насколько сильнее ты будешь. Хм, интересно. Я сделаю все, чтобы заполучить больше силы. Колодец вечности. Хотя, может, я, кстати, ошибся, и Мефистарот так рано еще не умирает. Я, в принципе, дальше не играл, просто смотрел видосы. Вот. Ну, а я уже так, я так их прокручивал, чтобы себе прям мега сильно не спойлерить. Что ж, ладно, это глава позади, и впереди теперь нас ждет самое интересное, то, что я не играл, по факту. И будет посмотреть. А на этом пока все. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, добавляйте рук к себе, оставляйте комментарии. С вами был Павел Первый, и еще увидимся в следующих видосах. Всем пока!